той-той отвертка. Сложный слаломный элемент для опытных роллеров. Для начала попробуйте встать на передние колеса. Если получается, попытайтесь проехать на небольшой скорости, выставив ведущую ногу вперед. Следующим этапом будет поворот в сторону ведущей ноги. Начинайте с большого радиуса, снижайте скорость, сокращая его. Важно держать вес на передней ноге, но во время разворота переносить вес на заднюю ногу. Попробуем делать отвертку. Набирая маленькую скорость, поворачивая сначала корпус, а затем ведущую ногу перпендикулярно движению. Ноги сразу же фиксируем в замок. При совершении поворота задняя нога остается на месте, а ведущая описывает небольшой круг. Получается? Тогда пробуйте на конусах. Задняя нога должна остаться с одной стороны конуса, а ведущая – объехать его. После полного оборота выпрямляем ведущую ногу и заезжаем на следующий конус. Для того, чтобы создать инерцию, немного присаживаемся перед поворотом и встаем после того, как выехали с конуса. Прокачивайте стиль и удивляйте окружающих!